Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас 7 мая, полнолуние, Санкт-Петербург, и вы видите, вода поднимается, потому что луна притягивает воду. Вы знаете, что луна очень-очень сильно действует на воду и водяные, кстати, знаки. Да и вообще на человеку, особенно на женщин. Все люди состоят из 80% воды, поэтому полнолуние, оно, как правило, очень сильно влияет на людей. Да, ну посмотрите, какие прекрасные картины создает луна. Да-да, луна, вы меня слышали, хотя сейчас день, и светло. Сейчас с вами на набережной. Здесь продаются такие милые. Это что, миниатюры, да? Офисные миниатюры. Вообще красивые. А что это за вообще? Это бронза, металл. Ага, это бронзовые изделия. Ну красивые. Балеринки там каждый пойдет пролит лицо. Да вы что? Вообще очень красиво. Тут и мышки кошельковые у вас, да? Верно, они самые. Деньги. Да, в кошелек появляется. Да вы что, как интересно. Как у нас вроде какой-то орел. У нас это же вообще символ. Какой у нас какой-то не поднимается этот орел. Он здесь очень плотно встал просто. Да, ну, пусть стоит, господи. Вот такой красавец. Ничего да. Страшного. Такое, если на пол уронить, мы можем там не сломать. Да? Здорово. Да нет, тоже плохо. Пол ломать нельзя. В голову кинем, пробьем череп, да? Ясно, держите. Я надеюсь, это чудо никто не будет так. Вот мне еще кот нравится. Кот вообще просто супер, сказочный. Это из попугая Кеша, который таит. Ага. У нас здесь неплохо кормят. Да, здорово. Это что у него тут рыбка такая, да? Татуировка, рыбка на пузе. Да еще и татуировка. Да. И сова. Вот если бы дочка она отлично училась, купила бы ей сову. Но она отлично не учится. Одна из сов по профессии. Сова ученый. Сова педагог. Ну вообще, конечно, да, изделия очень-очень. Вот такое вот прям чудо. Да, вижу. Это не надо. Влюбленные котики. Влюбленные котики? Ну-ка, давайте-ка. Ой, боже мой. Так, в тени, наверное, в тени лучше. Красивые. А такие есть у вас в Петербурге, да? Это вымысел, это не памятник непосредственно. Просто сам по себе фонарь, он пушкинских времен старинных. Ага. А котики это ассоциации. Там и зайчики. Ага, вот, ну держите. Да, можете поставить, когда удобно. Так, что еще тут интересного? Вот слон тоже хороший. Да много изделий у вас красивые. Красивые. Ну, удачной вам торговли. Спасибо. Почему? Не знаю, я вот недавно восстановил страницу, да? Вообще не сидел. Ну, заходите на YouTube, там много чего интересного. И ваша статуэтка. Увлекайтесь. Ладненько, всего доброго вам. До свидания. Thank you.
улицах пусто, но машины ездят. Город пустой, людей практически нет. Ну, хотя здесь есть бегуны и велосипедисты, да, и влюбленные парочки тоже. А машин, кстати, достаточное количество. Смотрите, какая красота. Вода. Чудо. Уже дошли до Авроры обратно. Вот обратно.